количество денег, душевных усилий, материальных и так далее, затрачено не на образование, не на кино, не на искусство, не на здравоохранение, не на строительство, а на бог знает что, на то, на приобретение вот той самой никчемной военной техники, которая вот сейчас из окна виден этот музей. Вот сейчас, правда, не сейчас, вот если я в другую комнату перейду, он виден. Вот там оно стоит. В хорошем месте живете. Что-что? В хорошем месте живете. Панорама большая. Да. Вот что, на что тратились усилия, тратились во всех отношениях нации. А потеряли все остальное, весь остальной Азербайджан. И не только потеряли репутацию, потому что там везде, там, в Грузии, там, еще где-то в Краснодарском, везде, где есть диаспора, уже очень настороженное отношение.